Привет, друзья! Совсем недавно Хандея Чель снова ответила на вопросы журналистов. Отличная новость для фанатов актрисы. Ханде возвращается на экраны. Она подписала контракт на участие в новом проекте. И совсем скоро вы об этом услышите, ответила актриса. Также Хандея прокомментировала ее популярность в социальных сетях и о том, что она зарабатывает миллионы на рекламных проектах. Что я могу сказать, друзья? Спасибо, это прекрасно и доставляет удовольствие. Спасибо всем моим любимым подписчикам, ответила актриса. Также забавный момент: в социальных сетях появились фотографии звезд с избыточным весом, созданным искусственным интеллектом. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, Ханде посмеялась. «Я только что показала это девчонкам, не могла в это поверить, я очень долго смеялась». Продолжая говорить на эту тему, Ханде Эрчель попросила журналистов быть осторожными, так как искусственный интеллект в последнее время создает монтаж видео с ее участием. Что касается отношений с Хаканом Сабанджи, Ханде отметила, что она очень счастлива, и что именно с Хаканом ее жизнь изменилась в лучшую сторону. «Раньше я путешествовала очень спонтанно, но благодаря Хакану я научилась планировать». Ханде Эрчель, которая, по слухам, летом собирается выйти замуж за Хакана Сабанджи, наконец-то ответила на интересующий многих вопрос, особенно это касается турецких журналистов, о том, что ее будущая свекровь Арзу Сабанджи не одобряет Ханде в роли будущей невестки. Ну разве такое может быть, друзья? Я ничего такого не слышала и не читала, вы столько всего пишете на эту тему в последнее время. Нет необходимости говорить об этом. Всем спасибо, друзья. На этом Ханде Эрчель, сев в машину, закончила отвечать на вопросы журналистов. Ну что ж, друзья, будем надеяться, что после такого интервью журналисты наконец-то отстанут и поверят в хорошие отношения между будущей невесткой и свекровью. Ну и хотелось бы поскорее узнать о новом проекте Ханде Эрчель. Если вы уже знаете, о каком проекте идет речь, обязательно делитесь комментариями под видео. Берегите себя и до новых встреч, друзья!